рассказываем про наши отношения к алкоголю. Точнее, про наши отношения к алкогольным напиткам, в которых кроме алкоголя по имени этанол содержится много чего другого вкусного и полезного. Алкогольные напитки мы потребляем, но не злоупотребляем. Эти напитки для нас исключительно часть комплексного блюда к мясу, красное сухое вино, к соленой рыбе и морепродуктам, пиво, к жареной рыбе, белое вино, к десертам шампанское. Мы потребляем алкогольных напитков не так много, как это может показаться по нашим видео, потому что если по пятницам на мукбанге мы со зрителями и выпили, то это видно, а то, что всю неделю мы не выпивали, это не видно. В алкогольных напитках для нас главное, чтобы было вкусно, а не пьяно. А так как алкогольные напитки – это еще и блюда, имеющие социальное значение, то мы считаем, что употреблять их периодически надо, чтобы организм умел их усваивать, чтобы не захмелеть и не наделать глупости, если придется выпить на корпоративе или в гостях. И не согласны с так называемыми трезвенниками, которые ради здоровья эти напитки не пьют, но злоупотребляют сладкой газировкой.